Доброй раницы, Беларусь. Доброе утро, страна. Если в течение этих трех часов эфира мы с Марианной Васильевной как-то немного сдерживали наш крик о том, что сегодня пятница, то сейчас мы это скажем в полный рост. Итак, сегодня пятница! Вот теперь вы окончательно проснулись и готовы слушать новую композицию от Алины Чижик. Называется она «Лучший город». Доброе утро. Доброе утро, Алина. Девчонки. В преддверии 896-летия города Гродно эта песня выходит вот на такую широкую публику. Только да. ли Гродно посвящено Завтра этой мы песне? Отмечаем наш день города Гродно. Я сама уроженка гродненской земли, поэтому очень знаково то, что песня пришла мне сама, когда я прогуливалась по нашим старинным улочкам, по мостовой, с чашечкой кофе в руках на вынос. Вот, и... Что-то пришло. Песня пришла. Что-то пришло свыше. Да, я бы хотела заметить, что ты человек, человек года Гродненщины. Да, поэтому не случайно ты сегодня у нас представляешь такую композицию. А поделись, пожалуйста, со зрителями, которые сегодня-завтра отправятся в Гродно, чтобы вместе с этим замечательным городом отметить его день. Какие места ты любишь? Какие места нужно обязательно посетить? Ну, у нас очень много красивых мест. Это поистине королевский город, город храмов. Поэтому нужно пройтись пешком по всем старым улочкам нашего города. Обязательно заглянуть в новый и старый замки. Отреставрированный потрясающим образом. Отреставрированный, да, наш старый замок. Зайти в мое любимое место, Фарный костел. И, конечно же, прогуляться по Левонабережной улице, чтобы увидеть роскошную панораму всего города и почувствовать себя королем. Калужскую церковь. Церковь, собственно, тоже с этого берега увидеть. И кафешечки у вас такие замечательные. Обязательно. Кому что? Там кофе. И, кстати, говорят, что у нас самый вкусный кофе в городе. Вот приезжайте. Никакой рекламы. Абсолютно. Просто кофе из Гродно. Да, лучшее начало дня. Друзья, мы вас поздравляем с тем, что таки утро пятницы наступило. Оставляем вас с замечательной исполнительницей наедине и песней «Лучший город». Правильно сказала? Да. А сегодня пятницу это встречали с вами мы, Анна Квилория, Марианна Муренкова. И действительно, Аня все правильно сказала. Я подтверждаю, Алина Чижик, «Лучший Спасибо. Город». Выступаем. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Воспоминания.